Главное богатство любого города, поселка, деревни – это жители. В зале культурно-спортивного комплекса собрались назаревцы, благодаря которым поселение живет и развивается. Талантливые, творческие, любящие спорт – такими мы знаем жителей этого доброго уголка Одинцовского района. На главное событие года – церемонию награждения премии главы поселения – назаревцы пришли целыми семьями. Это у нас уже четвертая ежегодная премия, мы ее учредили в 2015 году, и мы тогда подумали, как же поощрить нашу молодежь, чтобы она развивалась, участвовала в фестивалях, конкурсах или занимала призовые места на каких-то соревнованиях. И тогда мы придумали грантовую систему поощрения. То есть что это значит? Это значит, что у нас есть муниципальная программа, и там предусмотрен определенный денежный фонд. И мы поощряем тех детей, которые достигли определенных успехов или в искусстве, или в спорте. Премия присуждается в нескольких номинациях за достижения в спорте, искусстве и активное участие в жизни поселения. Среди награжденных – призеры международных соревнований, участники областных и районных конкурсов и просто активные неравнодушные жители, готовые в любую минуту прийти на помощь. Размер денежного вознаграждения зависит от достижений участников и составил в этом году от 1 до 10 тысяч рублей. Влада Максимова – ученица первого класса Назаревской школы. Девочка увлекается современными танцами и самбо. Несмотря на юный возраст, в этом году она заняла второе место в спортивном единоборстве на Кубок главы поселения. Я рада очень. Такое ощущение, как будто все то, что какие камни были в душе, ушли. Супруги Сергея и Тамара получают премию в номинации «Семья года». Пара вместе 10 лет. Они воспитывают двух талантливых ребятишек. Не было бы любви, не было бы семьи, не было бы детей, не было бы участия и нашего, и детей наших в жизни поселка. У нас Софья очень активно участвует в деятельности вокально-эстрадного кружка нашего, выступает практически на каждом концерте. А специальный приз Надежда Назарьева в этот раз достался юной и талантливой Эвелине Губеладзе. Я занимаюсь танцами, вокалом, квиллингом, рисованием, театральным художеством. Мне очень приятно то, что меня выбрали. Поздравить назаревцев приехал обладатель Кубка мира по спортивной акробатике Максим Караваев. Он вручил номинантам подарки и вместе со своим партнером Тимофеем Ивановым исполнил показательный номер. На сцену в этот день выходили и дети, и взрослые. Ведь достичь успеха в своем деле, быть нужным и полезным можно в любом возрасте. Премия главы поселения из года в год мотивирует жителей Назаревского на новые победы и достижения. Екатерина Яровая, Денис Харламов, телекомпания «Одинцово».